В Муравленко съехались самые сильные ямальцы. В городе стартовали чемпионаты и первенство округа по пауэрлифтингу, посвященные памяти Эдуарда Форсунова. В спорткомплексе «Ямал», где проходят соревнования, побывала Ольга Черная. Город Муравленко вновь принимает атлетов со всего округа. Битва сильнейших проходит уже 8-й год подряд. Первенство и чемпионат посвящены памяти знаменитого тренера Эдуарда Форсунова. Мы всегда рады видеть гостей с других городов и районов Ямала. И надеемся, что в следующий раз их будет гораздо больше. Я желаю всем спортсменам, всем участникам соревнований, конечно же, в первую очередь победы. Успешных соревнований. Пусть победит сильнейший. Пауэрлифтинг сегодня спорт не только для юношей. Представительницы слабого пола выступают наравне с мужчинами, но в своей женской категории. На помосте они борются с килограммами и, главное, с самими собой. Кристина Никифорова представляет Муравленко. Пауэрлифтинг – это прежде всего возможность проверить собственные силы, говорит девушка. В приседании со штангой она взяла 87,5 килограмм. Самое главное – это тренировки, это тяжелый труд, это правильное питание, безусловно, потому что без питания ничего, к сожалению, не выйдет. У каждого из спортсменов своя история знакомства с пауэрлифтингом. К примеру, спортсменка из Ноябрьска Анна Горячева поначалу хотела подтянуть фигуру. Ну, я пришла просто, как наверное, все, просто в зал привести фигуру в порядок, но потом как-то захлестнула волна, попробовать поподнимать больше, что смогу. И вот на этой волне, наверное, и пауэрлифтинг выбрала. 137 участников соревнований представляют 6 муниципалитетов. 35 спортсменов защищают честь Муравленко. Сегодня у нас выступают девушки. Сейчас на данный момент выступают все весовые категории, включительно до 57-й категории. Второй группой будут уже участвовать девушки уже 63-й категории, 72-й, 84-й и свыше 84-х. За выступлением своих спортсменов внимательно следят тренеры. Для них высокие результаты воспитанников – лучшая награда. Левон Тавакалов начинал спортивную карьеру в Муравленко. Сейчас тренирует атлетов Ноябрьска. Интересный вид спорта, зрелищный, красивый. И можно заниматься достаточно долго, ну, до поздних лет. Комплекты наград в ближайшие дни разыграют и среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Заявки на участие подали 11 атлетов из 3 муниципалитетов. Это представители с города Муравленко, с города Ноябрьска и с Нового Уренгоя. Впереди у спортсменов 4 соревновательных дня. После девушек на помост выйдут мужчины в весовых категориях от 66 до 93 килограмм. Завершит соревнование «Битва титанов» в весовой категории до 120 и выше. Ольга Черная, Андрей Нагибин, новости Муравленко.